Дима! Вставай! Ты просил разбудить. А который час-то? 8! 8! Вот это я дал! Я готов! Дим? Я готов, что делать? Веди ее сюда. А, как? Пойдем. Тихо. Бабя? Розочка. Как, Роза? Роза. Роза. Иди, Роза, сюда. Роза, красавица. Держи. Тихо, Роза. Молодец. Хорошая. Роза хорошая. Роза красивая. Спокойная такая. Рогатая. Что будет? Отлично. Ну все. Молодец, Роза. Молодец. Спасибо. Доброе утро, Ольга. Здравствуй. Алло. Привет. Доброе утро. Часы установлены на 8 утра. Встаем, умываемся. Ну, как ты там? Слушай, Ольга, если ты сейчас стоишь, лучше сядь. Господи, что у тебя случилось? Секреты. Знаешь, кем оказался тот симпатичный молодой человек, с которым я ехала в купе? Ну, откуда мне знать? Говори давай, говори, кто? Так вот, это Дмитрий Климов. Климов? Подожди, какой Климов? Этот что, этот, что, директор агентства «Купи и живи»? Он самый. Подожди, а как он с тобой оказался одновременно в одном купе? Очень просто, купил билет. Сейчас, подожди. Алло, доброе утро, мы вам перезвоним. Билет купил? Но таких совпадений не бывает, подожди. Не забывай, дорогая, мы у него отбили очень крупного клиента. Он тебя что, там преследует? Оля! Ведь за такие деньги и грохнуть можно. Ой, слушай, прекращай. Мне кажется, это чистая случайность. Я просто даже уверена в этом. Ты знаешь, он совершенно нормальный парень. Дина, у меня на вторую линию очень важный звонок, я тебе перезвоню. Ну, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, где у вас ресторан? А вы у нас первый раз? Да. Одну секунду, я позвоню, есть ли стол? А, вот и она. Слушай, я принесла тебе оплату, Максим, в любом случае это нужно сделать. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас слушаю. А где ресторан у вас? Проводите? Пойдемте, я провожу. Кофе можно выпить и здесь. И вот эти пирожки сразу подают горячие. Скажите, а вон за тем столиком в конце зала, возможно? Возможно, но он диетический. Прекрасно, здоровее буду. Пойдемте. Очень вкусно.
Доброе. Присаживайтесь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вы к нам? Да, я к вам. Очень приятно, очень приятно. Сан Саныч. Очень приятно, Дмитрий. Супруга. Да, очень Татьяна. Приятно. Ванечка, Верочка. Иван. Дмитрий, очень приятно. Моя жена. А это? А с Диной, спасибо, мы уже знакомы. Как хорошо, тут очень хорошо. Нам как раз не доставало красивого, сильного, молодого мужчины. Та-та. Да? Дима, вас не предупредили, у нас диетический стол. Спасибо, я в курсе. О, как быстро. Вообще, я заметил, здесь персонал намного больше, чем отдыхающих. Санаторий был огромный, общесоюзный. Отдыхающих приезжало, наверное, раз в 20 больше. Да, и обедали, по-моему, в три смены. В три смены. Ну, а сейчас обслуживающий персонал весь остался. Говорят, санатории хотят кому-то продать. Да вы что? Кому? Слушайте, удивительное утро. Кому, я не знаю. День обещает быть хорошим. Приятного аппетита. Спасибо. Но это, судя по всему, омлет. Здесь все очень полезное, очень диетическое, противное, пресное и невкусное. Да-да-да, нет, очень-очень вкусное. Ну, приятного аппетита. Мы уже пойдем. Спасибо. Ванечке нужно еще на процедуру успеть. Кстати, а вы на экскурсию? Да, конечно. А куда едем? В какой-то старинный замок. Да, там, говорят, очень красиво. А вы поедете? Конечно. А вы один? Нет, я там была уже. Ну, а за компанию? Нет, я думаю, нет. На самом деле, очень интересный замок. Только не опаздывайте. Автобус на 10-12 человек. Я вас запишу? Ой, конечно, конечно. В 11 часов. Обязательно. В 11 часов. Спасибо, спасибо. Приятно. Да, но нам тоже надо на процедуры. А ты знаешь, Санечка, как-то я бы, пожалуй, выпила бы еще одну чашечку кофе. Пойдем. Вот так всегда. Вот все время подавлять мои невинные женские желания. 50 лет, заметьте. Я подчиняюсь издевательству этого узурпатора. Очень приятно было познакомиться. Встретимся за обедом. Да-да-да, на экскурсию, на экскурсию. Все, все на экскурсию. Они смешные. Как спалось? Замечательно. Я просто переживаю, вы ушли в ночь. Да. Я ушла не одна, а потом, если переживали, на самом деле могли бы проводить. Ну что вы. Вы были с таким рыцарем, я просто не имел права вмешиваться. А, кстати, где он? Желаете увидеться? Да нет. Зачем? Не имеет смысла. Но у этого совершенно неаппетитный вид. А если попробовать? Уверен, вы готовите лучше. Дим, вы совершенно напрасно сели за наш диетический стол. Не понимаю. Дим, почему вы все время хотите от меня избавиться? А вы как спали? Я? Угу. Я спал счастливо. Да, разве можно спать счастливо? Да, вы знаете, оказывается, да. Оказывается, возможно. Я думал, я вас потерял. В смысле? Да в прямом. Когда вы сели в машину и уехали, я думал, все, я вас больше никогда не найду. Но теперь-то я вас не потеряю. В смысле? В прямом. Может, все-таки дадут что-нибудь? Да, чай или кофе на выбор. Кофе, конечно же, без кофеина. Ну, так вы можете отказаться. Зачем же я вот сачку попью? Хотите сачок? Нет. А вообще, я думаю, что надо из-за стола вставать с легким чувством голода. Вы так считаете? Да. Ну что ж, так и сделаем. Ваше здоровье. Позвольте за вами поухаживать. Здравствуйте, Дина Михайловна. Здравствуйте, Степан Михайлович. Здравствуйте. Дмитрий, если не ошибаюсь. Как позавтракать? Спасибо, все хорошо. Дина Михайловна, только что говорил. Да, я поняла. Мы отойдем? Угу.
Я вас могу поздравить. Ну, вот это спасибо. Комиссия согласилась на ваши условия. Ну. Так, конечно. Я за вас очень. Я за вас очень рад. Не можете? Тост желаю. За вас. Изысканно. Да. Вы знаете, Дина Михайловна, я все-таки сожалею, что вы так рано уезжаете. Всего хорошего, прощайте. И вам не болеть. Всего доброго. Ну что ж, пожалуй, поеду с вами в замок. День быстрее пройдет. Почему вы хотите, чтобы день быстрее закончился? Просто хочу поехать на экскурсию. Так что ж, ваш поклонник вас отпустит. Угу. Да вы что? Да. Отпустит. Отпустит. Здесь останется. Ну что, я пойду переоденусь, погода быстро меняется. Надену что-нибудь теплое, вы тоже. Да. До встречи. Угу. Садись. Все. Розвістрі на я дівчину. І буде вона найгарніша і найкрасивіша в світі. Найвродливіша. Я її познайомлю зі своїм хрещеним, з Петром, з Наталкою, з їх дітьми. Звичайно, якщо вона з ними не знайома. От. Вона мене познайомить зі своїми рідними. Будемо ходити в кіно, на дискотеки. Розумієш, мені треба один раз і на все життя. Розумієш? Так. Це важливо. Один раз і на все життя. Так. Чё ж ты стоишь? Смотри, идёт! Господи. Так. Давай. Давай. Бьём. Ой, тихо. Ой, здрасте. Привет, девчонки. Тихо. А к нам не зайдёте? Ух, девчонки, у меня... У меня и пиво есть холодное, и кофе я такой готовлю. Не могу. Ой. Вечерком, может. А освободите, заходите, я дышите работаю. Дышите? Да. Мария? Надя. Все, пока. Здравствуйте, я опоздал. Молодежь, что ты много задумываешь? Быстрее. Поехали. Мне надо блокеты одеть, а я шлевки. Свободно? А если скажу не свободно, вы что, стоя будете ехать? Диночка, мне все равно, только приятно с вами. Ладно, садитесь. Спасибо. Димочка, Дина специально для вас это место держала. Да, а что? Тата. Дина, это правда? Абсолютно. Ух, я тронут. Товарищи, в автобус. Все ждут, а они курят. Выходим все. Ой, шевелимся давайте. Рома,
мы пойдем сами погуляем по парку, ладно? Потому что мы здесь уже много раз бывали. Хорошо. Если мы к 5 часам не вернемся, не беспокойтесь, сами доберемся. Ну, на такси. Конечно, хорошо, возьмем такси. Да, да, все, да, четко? Ну да. Да. Живее, 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 товарищи. Товарищи, быстрее, 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 быстрее. Все? Товарищи, минуточку внимания. Мы находимся на территории государственного заповедника. И замок, и парк, жемчужина, ей 300 лет, поэтому по поляне не гоцай. Ничего не вытаптывать, цветов не рвать, окурков не разбрасывать. И еще момент, товарищи, и в замке, и на его территории, пожалуйста, не теряйтесь. В 17:00. С этого места автобус отправляется на ужин. Если вас не будет, я уеду один. Прошу следовать за мной. Динамичнее, товарищи. Не растягиваемся, перебираем ножками. Живее, живее. Не теряться, я вас прошу, больше. По святой земле проходим живее, товарищи. Так, заворачиваем, чтобы все оказались ко мне лицом. Пожалуйста, поторапливайтесь. Слушайте внимательно. Не могу же я все время кричать. У меня связки сорваны. Мне сегодня еще в хоре петь. Старый князь был любвеобильным. У него было 4 жены и 12 детей, рожденных в браке. Это в браке, а вне? Никто точно не считал. Но историки полагают, не меньше 50. Ну, старый шляхтич дал. Вот, налицо преимущество мужчин. Женщине за целую жизнь стольких не родится. А почему ж по 2 в год нормально? Да, сейчас не каждый миллионер отважится иметь 50 детей. Слишком все серьезно воспринимаете, Иван, это же легенда. Легенда. Легенда легендой, а старый князь выстроил для своих отпрысков 12 замков, и этот последний для его младшего сына. Так, ну продолжим, товарищи. Проходим, товарищи. Динамичнее! Не растягивайтесь! Сейчас мы проходим к озеру. Да, нормально. Сколько раз мы с тобой гуляем по этому парку, а я не перестаю восхищаться. Фантастика и удивляться, какая-то. Какая красота, просто фантастика. Да? Поразительно. Каждый раз думаешь, что же они видели, эти деревья, да? Во-во. Ну, лет 250, наверное. Невероятно. Да. Скоро-скоро сезон. А чем занимаетесь в Москве? Живую работаю. А кем, если не секрет? Я не хочу на отдыхе о работе говорить. Ну, а чужого меня ничего не спрашивайте. Ну, хотя бы там, кем я работаю. А я знаю, кем вы работаете. Откуда? Ну, как откуда? Вы же мне сами свою визитку дали, Дмитрий Климов. Забыли? Помню, почему же, помню, конечно. Ну, а семья у вас есть? А что такого я спросил смешно? Что о семье не могу спросить? По-прежнему только о погоде и о природе. Да, желательно. О природе и о погоде. Как это скучно. Невыразительно. И невразумительно. Я ведь хочу все у вас знать. Зачем? Ну как зачем? Вот, простите, на меня смотрите, смотрите на меня. Смотрите на меня. Мы. Там. Мне понравилась моя экскурсия. Понравилась? Ну почему же не понравилась? Понравилась? Продолжим. Продолжим ехать. Смотрим все на меня. Вода в этом озере не бывает ниже 10 градусов. Его еще называют озером красоты. Почему? По преданию, за этой горой было село.
Одна девочка из этого села ходила к этому озеру за водой. Сначала она просто умывалась, а потом стала окунаться в ледяной воде. И к 18 годам, говорят, не было на земле краше ее по красоте девушки. Несчастная. Ну почему же несчастная? Наоборот. К сожалению, ваша спутница, молодой человек, права. Потому что в девушку влюбился младший сын старого князя. А князь, узнав о том, что его любимец хочет жениться на простолюдинке, отправился в село, разыскал девушку и сказал ей, что проклянет сына, если она от него не откажется. 10 веков назад вот на этом месте была скала. После отъезда князя девушка с горя бросилась со скалы прямо в это озеро. Через месяц внезапно в этом озере расцвели лилии, которые растут до сих пор. Старые люди уверяют, если молодому человеку удастся сорвать эту лилию и подарить своей избраннице, то они будут счастливы всю жизнь. Но лилии поддаются не каждому. Как интересно. К сведению влюбленных, лилии в нашей стране занесены в Красную книгу и охраняются государством и злым местным сторожем. А теперь продолжим. Здорово, товарищи. Ужас просто. Это сильно было. Товарищи, поторапливаемся, поторапливаемся. Живее, а куда живее. Это? Дима пошел. Вперед. Ты пойди, пойди за ним. Поехали. Только вы быстро, потому что Роман с ума сойдет. Нам хорошо. Уже ехать пора. Хорошо? Бегом. Шевелим, шевелим. Дима! Дим, ты чего? Слушай, Дим, ты же упадешь. Да тихо, блин, держу. Дим, давай руку! Да руку давай! Ну, да не тяни ты так! Да упадем, блин! Достал, да, достал, достал! Да сейчас упадешь! Ай, Дима! Дим, блин, я ж тебе говорил. Достал. Ну, не знаю, как лилию, но меня ты достал уже. Ты что, ее руками пытаешься вытащить? А ну, кто не у меня? Отпусти цветок. Не отпущу. Вылазь, говорю. Не вылезу. Стрелять буду. Стреляй. Дим, ты что, с ума сошел, что ли? Послушай, мужик. Вода ледяная, у меня сейчас нога отнимется. Ее больницы отрежут. На твоей совести будет. Дим, отпусти Лили, он же тебя зарежет. Спасибо. Да, желательно. Нет, мы выезжаем. Это мы
Ваших мужей ожидаем? Да, наших, а что? Прекрасно. Нам очень повезло с вашими мужьями. Теперь вся группа останется без ужина. А если так и дальше дело пойдет, так мы останемся без завтрака. Да, очень хорошо. Спасибо большое. Не волнуйтесь, они сейчас придут. Они, ну, задержатся. Ну, пожалуйста. Что вы стоите? Идите ищите. Стойте уже! А потом еще вас бегать искать. Ну ладно, Верки, еще кое-как. Стой. Возьми спящу, перещите, прошу, я потом заберу. Да. Ну вот и они. Где вы были? Так, проходим, проходим. А почему в таком виде? Товарищи, вас ждут уже все. 15 минут, так же нельзя. Я же вас просил, не теряться. Может, еще по сигаретке? Как? В автобус, пожалуйста. Я буду ходатайствовать перед дирекцией, чтобы она наказала вас. Или, по крайней мере, принимала какие-то меры. Но вы расскажете, наконец, мне о своих приключениях. Почему вы весь мокрый? Да через ручей прыгали. А где ручей нашли? В лесу? Да, в лесу были. И что в лесу делали? Грибы собирали. И где же ваши грибы? Вань! А где грибы? Какие грибы? А, в газетку завернул. Так, товарищи, всем выйти из автобуса на построение. Сюда вот. Живее, живее. Ну что ты будешь делать, товарищи? Такое ощущение, как будто вы все сыты и никто не хочет на ужин. Товарищи! Я обращаю ваше внимание, у нас был очень сложный день. Очень. И еще неизвестно, чем это все завершится. Вот, пожалуйста. Колесо сломалось. Значит так, у вас всех 5 минут для решения ваших проблем. 5 минут, не больше. И не надо мне потом. Извините, извините, я этого не люблю. Пришли, раз, два, встали, все, и поехали. Свободно, разошлись, гуляем. Простите. Извините, мы от вас не на шаг, не волнуйтесь. Пожалуйста. Все пошли туда, а не туда. Рома, не нервничай, а то голос пропадет. Мы тоже туда. Ребят, слушайте, приходите к нам ужинать сегодня. Да, мы мяско замариновали. Вкусненькое, придете? Мы же. Ну, мы вас ждем тогда. Ждем, да. Пойдем. Спасибо. Ну все, хорошо. Интересно так за ними наблюдать. Можно подумать, что у них бедовый месяц. А что вас удивляет? Ну почему ж? Ничего не удивляет. Это редкость. Дома вместе, отдыхают вместе. Круглый год. Они любят друг друга. Должно быть, у них родственные души. А у вас есть родственные души? Да, не знаю. Может, есть. А может, и нет. А у вас? Может, есть, а может, нет. Нет, не надо, это не надо. Дин, пойдемте. Подождите секундочку, ладно? Простите, можно вас попросить? Опять что-то придумали. В автобус нельзя. Меня мне, не мне интересует. Мне очень надо, очень. Дин, сейчас, минуту! Черт! Мы на ужин, это не успеем сегодня. Дина Михайловна, я приехал за вами. У нас очень важная встреча. Встреча с оценочной комиссией. Пожалуйста. Дима, я, извините, должна уехать. Понимаете?
Я уезжаю. А я не... А? Слышите меня? Ванечка, Верочка, до вечера. Счастливо. Вера, ну как? Ой, дай понюхать. Ой, боже, какой запах. Я тебя люблю. Вань, ты такой молодец у меня. Иду на запах. Привет. Если бы не запах шашлыка, да я бы заблудился, его же за версту слышно. Какие вы молодцы, а какая красота. Когда же вы все успели? Это все Вера. Это все Ванечка, конечно. Он с утра сходил, все купил, все замочил. Хозяин. Вань, ну молодец, молодец. Я твою Лилию из автобуса забрал. Правда что? Ну, конечно. Дина придет, можешь ей подарить. Что, мы зря в холодной воде кувыркали, что ли? Да я что ж не с пустыми руками пришел? О, ну? Так у нас сегодня пир будет настоящий. Я чур вино, я вино. Это же фирменное, фирменное Петра. Это же лекарство, лекарство. Ребятки, у меня уже все готово почти. У нас давай. Тоже, Верунчик. Вера, Ваня не рассказал? Что? Как мы Лилию эту тащили. Ой, какая красота. А? Какую Лилию? Ваня, а ну ты что? Ничего не рассказал, садись, что ли? Садись, садись, все рассказал. Подожди, какая Лилия? Она у меня конспиратор, знаешь какой? Ну что, по рюмке? Вер, ты чё, вино? Я венцо. Ну давай, наливай. Да, конечно, конечно. Ну, за любовь. Что было ради кого совершать ваши подвиги. Ой, как хорошо. Кушайте, берите. Давай, 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 накладывай себе. Огурчиков. Ваня, отличный шашлык. Получился, получился. Хорошо сидим. Ванечка, ты волшебник. Я не волшебник, я только учусь. Дим, да придет она, придет. Ну, между первой и второй перерывчик небольшой. Наливаем. А мне? Димочка, ну вы расскажите, где вы в Москве работаете? В Москве у меня небольшое агентство по недвижимости. Угу. Ничего себе. Небольшое в Москве? Ты богатый человек. Это же не нефть. Ну, занимаюсь этим недавно, 4 года. Поначалу шло все вроде бы неплохо. Потом появилась некая старуха из Эргиль. Конкуренция? Да. В общем, душит, душит удав. Старая, говорят, вредная старуха из Эргиль. Подустал бороться, нет? Да нет, но я борюсь. Борись, борись. Борюсь. А вы откуда? Где живете? В Минске. Не понял? Из Киева или из Минска? Просто ну, родители мои живут в Киеве, а его в Минске. А сами мы живем в Киеве. В Киеве. Угу. В Минске я не был, а Киев люблю. Красивый город, правда? Киев красивый город. Радужный, светлый, девушки там красивые. Да. Ой, как хорошо мы сидим. Как раз после ледяной бани то, что надо. Дим, вы действительно простыли. Вот. Давайте, давайте, для согрева. Это самое лекарство. Будьте понимаешь? Здоровы, пожалуйста. За здоровье. И вы не болейте. Вы кушайте, кушайте. О! Одну минутку. Он сейчас баян принесет. Ваня играет на баяне. А, еще как! Вась, сколько же у тебя талантов, а? Возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе женой.
там, в краю далеком, буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена. Но там, в краю далеком, есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Милая моя, взял бы я... Пойте, пойте, пойте. Простите, что я опоздала. Я же говорила вам, что она придет. Как вы красиво поете. Динуль, выбирай, какой. На ваш вкус. А вот? Вот, хорошо. А. Вы венцо, Дина? Возьми ваш. Диночка, сегодня Дима ради вас в ледяной воде купался. Я сейчас. Давай, давай. Он просто подвиг совершил. Такое чудо для вас добыл. Вот это сокровище. Вера, пойдем десерт принесем. Да-да-да, мы сейчас. Это я заберу. Да у вас жар, температура. Мне очень приятно, что вы обо мне заботитесь. Что такое серьезное? Вам не понравилась Лили? Понравилась. Легенду помните? Дима, вы себе что-то придумали. Я уверен. В чем вы можете быть уверены? Вы знаете меня всего 3 дня. А мне 3 дня достаточно, чтобы понять. Понять что? Я не возьму цветок. Не возьмете. Да нет проблем. Вы, наверное, очень жестоки по отношению к цветам. Ты с Оксаной? Да нет. Надька приходила. Как увидит эту Надьку, так сразу психует. Это она к тебе приходила. Выбрось этот хлам, Юр. Купи себе нормальный дисковый магнитофон. С дисками. С компакт-дисками. Твои бобины, небось, уже размагнитились давно. Сколько им лет? У тебя с Диной не получается. Не получается. Поеду я, наверное, завтра. Подожди, может, еще получится. Ваш чай. А, спасибо. Это на завтра. Господи, ну почему ты трубку не брала? А ты знаешь, я телефон в номере оставила. Была на экскурсии, там все равно связи нет. Ну я же целый день волнуюсь. Скажи, а фамилию он твою знает? Кто, Климов? Да, не сказала, чем занимаюсь. А сегодня, представляешь, подошел директор санатория и заговорил о наших делах. Ну да, прямо в присутствии Климова. И что? Ничего. Я как-то так аккуратненько его в стороночку отвела. По-моему, обошлось. Значит, слушай меня внимательно. Быстро собирай вещи и домой.
Потому что если он узнает, кто ты, он тебя убьет.